Вот, помыл системный блок. Он уже подсох. Вернее, коробку, корпус системного блока. Вот все нормально. Теперь будем чистить материнскую плату и все остальное. Вот материнская плата, она вся в пыли. Вот сейчас будем чистить. Вот такая вот кисточка обычная, строительная. Ну, вот так вот аккуратненько. Аккуратненько. Васька, кыш. Все, вот так вот. Желательно это делать на улице, потому как пыль. Ну, вот все тщательно, тщательно вычищаем. Что делается? Помещение, конечно, так не подуешь. Процессор. Так, сейчас. Вот такой вот процесс. Достаточно простой. Все. Все почистили. Стой с этой стороны. Ну вот, теперь дальше. Ну вот, смотрите, насколько все в пыли. Все это сейчас будем чистить тем же самым способом, кисточкой. Ну, для покраски труб, вернее батарей, если быть точнее. Она удобная. Вот изогнутая такая. И по длине подходит планки оперативной памяти, видеокарта, жесткий диск, он весь, вы видите, весь в пыли, внутри, снаружи, так, вернее, с одной, с другой стороны. Вот, тут то же самое. О, пыли сколько. Сейчас будем чистить. Вот видеокарта. Открутил 4 винта вот здесь. Вот они, вот такие винты с пружинкой. Почистил жесткий диск уже. И вот смотрите, сколько пыли. Вот. Под этим крестом. Видите? Так, ладно. Вот снимаем аккуратно кулер. А? Видите, сколько пыли. Эту пасту сейчас уберем, новую сделаем. Паста вытирается салфеткой. Все, почистил.
Теперь пыли нет, все хорошо. Напомню, что все это чистится вот такой обычной кисточкой. Вот. В данном случае это кисточка для покраски батарей. Удобная. Вот. 50 миллиметров она. Ворса хватает, чтобы без труда прочистить все. Итак, сейчас будем устанавливать, собирать все. Добавим вот сюда термопасты на процессор видеоплаты. Термопасту добавим вот сюда. Это у нас радиатор идет, устанавливается в этом месте. На процессор материнской платы. Это кулер с видеокарты. В общем, все почистил. Все просто. Да, еще вот важный момент. Примерно вот такой вот стеркой. Обычная стерка, ластик. Канцелярский. Можно другой. Продается в любом канцелярском магазине. И чистится ими вот эти вот части соединений. Не знаю, как они правильно называются. Но, в общем, чистится вот таким вот образом. То есть, аккуратненько, чтобы не повредить. Чистится, и потом кисточкой все смахивается. Это нужно для того, чтобы